Здравствуйте, друзья! И снова я с вами, Волченко Сергей, и канал Тибегун. Многие покупают квадроциклы, но не знают, как их хранить. Оставляют недели на две, на три, неважно, можно даже на день оставить. Он потом у вас может не завестись. Если сразу не заведется, гарантированно будете крутить, пока не посадите аккумулятор. Приехали домой, покатались, хотите уехать на день, на два оставить квадрик. Заводите квадроцикл или продолжает он у вас работать. Завели квадрик. Его вам нужно оставить на хранение. Ребята, перекрываем топливо. Просто флажок поворачиваем. И ждем, пока топливо не съест весь квадрик, все топливо из карбюратора. Сейчас он его выработает. Квадроцикл заглохнет сам. После этого он будет работать буквально 5-10 минут на холостом ходу. Если быстро хотите, чтобы сожрал, пару кругов катанитесь, он сразу заглохнет. Заглох квадроцикл, поднимаете сиденье. Это процедура обязательная. Вы можете этого не делать, ничего страшного не будет. Вы потом будете мучиться заводить его. Поднимаете сиденье и обязательно снимайте предохранитель. Если есть желание, можете снять аккумулятор. Если мороз, забрали аккумулятор домой, но у вас гарантированно потом заведется. А так, сняли предохранитель, положили его, опять закрыли. Это гарантия того, то, что вы заведете свой квадр в любой мороз. А почему нужно выгонять топливо из карбюратора? Потому что когда квадроцикл будет стоять, у него поддончик внизу, туда набирается топливо, бак большой, карбюратор маленький. Гравитация делает свое дело. Вниз сливается топливо, и там получается конденсат. Крутить будете, не заведете его ни с толкача, никак. Даже если свечку будете выкручивать, не заведете. Собственно, делайте так, это гарантия того, что будет квадрик у вас работать, заводиться, а вы будете кайфовать. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании внизу. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы будем на них отвечать. Всем пока!